приехали мы с Вороном на Солонец. Это вот водичка была здесь. Довольно много с лета. Журавлята где были маленькие, все высохло. Вот видно, тут зверь все-таки ходил, проведал. Вот лосиные следы есть в воду. Надо, наверное, здесь копать, углублять. Пока сейчас дождями не налило, не очень сыро. Думаю, надо углубить, попробовать. Лишним не будет. Как-то вот так вот. Солонец выглядит вот так вот. Не знаю, добавилось здесь чего-то, не добавилось. Тут вот, кажется, вроде так утоптано. Мы в прошлый раз, мне кажется, были признаки нахождения зверя. А фотоловушка, кроме тетерева, никого не показала. Вот маленько все-таки тут соль осталась в труднодоступных местах. Вот так вот. Мамка с двумя сигалетками. Трава высоченная. Далеко она. Размером, как я бы сказал, прошлогодний. Ветер практически от меня тут. Вон оно что. Коза с тремя сигалетками. Вот так вот. Урожайный год. Восик сломал и обгрыз. Свежий вроде залом. Вон там он еще сломано. И в ту сторону. Метров может быть 500. Два или три дня назад я на вороне лося спугнул. Скакал я быстро, и он по молодняку нам перебежал дорогу. Я орал, орал, он все равно не остановился. Ну, может, я не так орал. Орал-то я ему: стой. А встал-то у меня ворон. Ну, в общем, где-то тут лосик ходит. Так что сейчас я тут пройдусь, погляжу. Может быть, он вернулся. Сейчас меня встретит и спросит, что ты орал, мужик. Ладно,
кажется, я иду в правильном направлении. Вот что сделано с березкой. Он все накручено. Как бы он меня так не накрутил. Я-то думаю, он там, но я пойду туда. Ну его нахер. Шел, в общем, сейчас грибы собирал. Вот такой вот гриб нашел. Тетерева где-то атакуют. Не что-то голова была. То ли так дырка пробилась, то ли от выстрела дырка пробилась. Думал, рог лосиный так вот торчал из травы. Эх, вот так вот бросим. Еще кто-нибудь найдет. Еще ножку переднюю от косули нашел. Лес полон находок. Гуляю сегодня пешком. Недавно дожди были. Решил походить, последить по дороге. Интересно же. Видел двух штук всего пока. Долго спал, наверное. Никто уже не пасется. Как-то вот так вот. Ходим, ищем, смотрим. Дышим осенним свежим воздухом. И сегодня снежок обещал интернет. Не знаю, будет, не будет. Может быть, к вечеру и будет. Ну, ладно. Идем мы дальше. Еще осябы поснимать. Стоял близко, метров 50 от меня. Зато подшумел. Через 2 дня охота на косулю открывается. 28 сентября сегодня. Стоит, как будто не при делах. Метров 150 до него. Говорю шепотом, а он ушами-то вон как реагирует. Ветер боковой. Неплохой такой, неплохой. Ничего не нашел. Балованок.
Ищи. Улавливает какие-то запахи, да? Да? Сколько у нас тебе возраста? 3,5 месяца. Все, играться надо.